счастливой вам работы, чтобы у вас все получилось, не волнуйтесь, не нервничайте. Юные швеи готовятся к работе. В Центре образования и профессиональной ориентации начинается практический этап областного конкурса профессионального мастерства «Я мастер». Они должны выполнить операцию пришивания оборки к изделию. Время им установлено 90 минут для выполнения этой операции. И предъявлены такие критерии, как аккуратность, соблюдение размеров швов. Конкурс «Я мастер» проходит в Заречном уже в 9-й раз. Каждый участник выбрал одну из 7 специальностей. Выступить на профессиональных состязаниях решились 55 старшеклассников. Среди них не только зареченцы. Есть представители Пензы, это IT-колледж и Центр технологического обучения. Также Средняя Елюзань, средняя школа, значит, представил своих участников. Конкурс разбит на 2 этапа – теоретический и практический. Девушкам, которые соревновались по специальности парикмахер, организаторы дали необычное задание. Им нужно было воссоздать прически с картин или из фильмов. Зареченко Юлия Жукова решила повторить образ воительницы Лагерты из сериала «Викинги». Прически в этом фильме отличаются большим количеством деталей и сложным плетением. Довольно сложно. То есть там прическа показывала статус человека, от того, насколько она сложная, насколько он важный. Вот сколько кос тебе нужно модели заплести вообще сейчас? Ну, если прям косы, то только 4. Угу. Все остальные там кудри, еще какие-то элементы. Кипит работа и в столярной мастерской. Старшеклассникам необходимо изготовить из дерева детали, руководствуясь чертежом. Надо изучить чертеж, а потом перенести его на деталь. И после я начал вырезать бабушковой пилой, но при этом я брал немного с запасом, потому что я знаю, что у меня рука немного влево уходит. Также участники состязались по специальностям токарь, фрезеровщик, мейкер и журналист. Задачей начинающих репортеров была подготовка материала о конкурсе «Я мастер». По итогам профессиональных состязаний лучшими в своих номинациях стали Игорь Афонкин, Александр Орлов, Сергей Горельников, Анастасия Маркулева, Юлия Жукова, Виктория Тряшкина и Лада Копылова. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».